Приветствую, друзья, вас на канале WebPlay. Меня зовут Владимир. Добро пожаловать. Как видите, у нас маленький апгрейд. У нас есть видеокамера. Я надеюсь, что вы рады этому. Я очень рад, так что сможем мы в интерактиве как-нибудь с вами поучаствовать. То бишь, вы видите меня, вы знаете, какой мы. Вот, и это, как кажется мне в этом плане, когда даже интереснее наблюдать, как ты играешь. Всякие, будто бывают всякие фишечки, ты там пугаешься, это все реакции, это все за суперски можно видеть. Не знаю, надеюсь, вам понравится, если что, оставляйте комментики, советики. Как видите, я сегодня мучился с хромакеем, вот, ну, сколько мог, добрал, вроде бы ряб боль маленькая есть, но не знаю, наверное, из-за того, что освещение такое оголимое, надо будет освещение купить еще, наверное, получше, ну, не знаю, посмотрим. Так что, ладно, что мы сегодня делаем? Мы сегодня играем в игрушку Seven Days to Die. Это уже вторая попытка записать игру. Так, я сейчас записываю игру через OBS. Перед этим я, короче, записал его в МК. Sony Vegas не обрабатывает этот файл. 20 гигабайтов почти что. Конвертить, ну, я думал, ну нахер, легче начать новую игру. И так что есть большие изменения в нашей игре. Так что давайте, друзья, приступим. Не будем тут разглагольствовать. Продолжить. Вот, так, пока что я еду по 120 минут, чтобы объяснить вам, что да как случилось и почему вообще, что происходит у нас здесь. Что изменилось в общей сложности, концепт базы чуть-чуть поменялся. Та предыдущая база, которая у нас была, она будет вроде шахты. Там довольно хороший ресурс, там есть уголь, там есть селитра, там есть металл. Песок, глина у нас так достаточно. Надеюсь, там может быть еще металл где-то будет. Наставим ее там. Но базу мы делаем уже ультра мощную. Сейчас объясню, сколько у нас получается вообще размер этой базы. Сегодня копал нахуй весь день. В общей сложности это заняло у меня 2 игровых дня, чтобы это все выкопать. Ну, конечно, с инструментами. Видите, я прокачал инструменты 5-го качества, да. Как видите, да, у нас 5-й кирка, 5-я лопата, это стальной собор я достал. Сейчас пошли на улицу, сейчас самое интересное. Короче, вот что у нас здесь такое. Я вырыл яму. Она есть, по-большому у нас получается 15 на 15. Довольно-таки много мы поработали здесь. Идея вот в чем заключается. Смотрите, друзья, как это все выглядит, да? Вот так. Я не знаю, как вам там видно. Вроде бы видно. Да, нормально вроде бы. Да? Окей. Да, вроде бы нормально. Окей-доки. Ладно, короче, продолжаем тогда строить. Вы потому, короче, полностью эту серию мы посвятим обустроиваться этой базы. Короче, я как раз заготовил заранее кобальта. То бишь булыжники, да? Это значит уберем. Блок спидья. Плетника. Что за название такое? Я ебать язык сломать можно. Булыжники, так, окей. Изготовить. Нам надо очень много блоков. Так. Короче, ну сейчас скоро будет светло. Так. Блоки. Пойдем с этой стороны, друзья. Вам покажу, как это все выглядит. Сначала идет. А я уже все это здесь сделал. Короче. Начинаем мы, короче, получается. Две. Что, короче, получается, высоту мы делаем здесь две. Потом. Видите, у нас здесь. Сейчас, секундочку. Тут будет легче видеть, да? То бишь две. Высоту потом одна. Ну, типа. Отходим на одну клеточку, ставим следующий блок, но уже сделаем уже в 3 высоту. И тут уже делаем, это уже будет первый этаж базы. У нас будет в общей сложности 3 этажа базы, может быть даже 4, посмотрим. Короче, идем в небо. Вот. Так, короче, так, делаем следующее. Начиналось, короче, все строительство сверху. Вот, начиналось это с блоков. Сейчас покажу с каких. С блоков этих. Мы, короче, их ставили. Так что, что просто сделаем по-другому чуть-чуть. Сейчас у нас есть кирка, сейчас я дубащу чуть-чуть. И все будет вам понятно, наглядно понятно. Ой.
Ну вот так, короче, получается, да, здесь две клеточки в высоту, потом отступление одну, ставим три вверх, и потом начинаем вот ставить, переворачиваем его, ставим ее под прямым углом, поворачиваем вниз, потом следующее, что у нас идет следующая вот такая вот тема, тоже под прямым углом, но уже будет стоять под прямым углом, и все. А дальше у нас уже идет целый блок, вот так, да, целый блок. И весь целый блок идет и здесь тоже, так же самое. Короче, смысл в том, что зомби, они не могут добраться наверх, как бы они этого не хотели. Вот. Так что они сюда не доберутся никаким образом. Вы можете, подпрыгивая, добраться, а они не могут. И потом мы здесь еще установим электрозащиту, забор, да. Потом здесь еще мясорубочки сделаем, потому что с этой стороны еще будет работать, но это будет уже позднее, ну... Позднее, то что это... Ну, чё ты орёшь, блядь, напугал меня нахуй, дубиня. Так, короче, да. Но это будет позднее, так что это сейчас мы этим не занимаемся, этим. Это уже будет, когда будет нормальный бур, потому что, ну, блин, я запарился этой лопатой махать, друзья. Честно говорю, пипец. Это было что-то с чем-то. Так. Так, здесь опять же тоже будет блок. Подожди, да, блок. Блок, блок. Единственное, что мы не сможем потом их укрепить, конечно, но это не страшно, это не страшно, это не страшно. Ладно, пошли с той стороны, как уже заканчиваю тогда, пойдем вокруг по часовой стрелке. Так, что у нас здесь? У нас здесь вот такие вот фишечки. А, кстати, на этот можно сразу было поставить, да? И маленькие. Под прямым углом. Под прямым углом. Можно, конечно, скопировать тоже, опять же, тоже так можно сделать. Это как вам удобней. Прямым углом, прямым углом. А, так, походу, здесь тоже был. Я точно не помню. Как там у нас получалось? А здесь у нас был блок вот такой, да. Тоже под прямым углом ставим его. А, нет, тут надо было ставить улучшенный, да, потому что тут надо попасть еще. Бля, ну ты вообще издеваешься надо мной, да? Что за косяк? Восемь. Ой, были уже, блин, на правильном пути. Да, а тут уже ставим мы такой очень малюсенькую, вот такую малюсенькую пипусечку. Идеально. Идеально. Так, встало, так, хорошо. Дальше что у нас получается здесь? Так, у нас здесь было. Вот это такая вот его штучка. Вот такую надо ставить под прямым углом, опять же. Под прямым углом, дружище. Пирамида Хеопса, короче, друзья, у нас маленькая такая. Отлично, так. Дальше, дальше у нас тут идет вот такой клуб, о, блядь, это такой клуб, блок, вот, раз, два, три, четыре, пять, да ё-моё, вышел зайчик погулять, вот он вышел погулять, это только, блин, блоки переводим на, и довольно скажу так, блядь, молоточек возьми, потом это мы все укрепим, это вообще не проблема. Давай так заразе сразу объедем вокруг. По идее, должно хватить нам. Ресурсов. Ну, короче, конечно, я копал день и ночь, и я... слушал,
Ждал, ожидал, пока мне тут, блядь, на меня эти паскудники не нападут, да? Так, ну а здесь у нас уже идет простой блок, вот такой уголок. Ай-яй-яй, опять, ну. Сука. Отлично. Ну, это сейчас поправим. Иди сюда, жопа. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Супер, супер. Все хорошо. А главное еще, чтобы в идеале, чтобы какой-то зомби здесь пошел, чтобы это на деле продемонстрировать. А то скажешь, ай, Вован, ты рассказываешь, блять. Ну что ты, блин, творишь? Ну что ж ты делаешь? Так, что у нас здесь? Ну, остались у нас углы. Восьмерочка полный. Нормальный, имею в виду. Сюда нормальный. Так, сколько у нас? 55 кубиков осталось, да? Не так уж много. Ну, все равно у нас сейчас булыжники делаются, так что это у нас будет все. Все будет пучком. Так. Сюда мы ставим маленькую вот такую штучечку. Отлично. Здесь у нас получается был целый, да? Нет. Вот такая тема была. Кажется, да? Или нет? Подожди, 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 подожди. А, ну да, все правильно. Целый. Блять, я думаю, что за что-то не сходится. Да, вот так. Вот такие делишки. Так, и вот сейчас вот такую тему. Такую тему. Углами потом займемся. Это самое элементарное, Ватсон, говорится. Конечно, потом еще здесь и вот здесь еще укрепим. Конечно, вообще это понятно. И у нас середина, вот там она сейчас с землей, там она не полая, да. Там будет у нас еще генераторы и вот такая вся антимония, чтобы она перед глазами не мелькала, пока разрабы не уберут эти провода, которые, блин, дотошно висят у тебя прям на лице, да. Так, ну и что здесь остались? Нам поставить несколько фигур. Вот таких, да? Тоже, опять же, тут надо универсальную делать, чтобы кликать. Раз. Ой, подожди, это что-то не то. Подожди, дружище, это не то. Это ты не тот. Ты мне надо слишком, ну, надо было еще повернуть. Не довернул я его. Вот он был. Раз, два. Ну ты издеваешься, давай, ну. Отлично. Копи шей, блин, не то. Не, надо универсал, да, потому что тут не можно попасть точно, блядь, походу, на него. Не знаю, это вот именно с этим кубиком какой-то геморрой получается. Но это не страшно.
Ну давай, ты что, стань на место, блин, ну. Серьезно, блядь, ты меня издеваешься надо мной, да? Нет, сука, не могу, меня бесит. Улучшенный, ну. Дружище, ты меня вымораживаешь уже нахуй. Да, блядь, не тот блок, это что за хуйня, блядь? Блядь, тут что за, что за лажа, что не работает, блядь, это, оказывается, не тот блок. Так, что у нас здесь? А, у нас остались маленькие, да? Ну и малюсенькие остались уголки. Сейчас это будет крутиться, блядь, до посинения. Отлично. Этот конструктор, блядь, Майнкрафт сраный. Блядь. Ну, еще раз. Все, походу, да? Ну, вот такая вот пирамида, друзья, получается. Смотрите, как она у нас все прекрасно, все замечательно. Это потом все укрепится. Сейчас бы зомбарь какой-нибудь бы пришел бы, вообще бы проверить, взяли, да? Ну, блин, навряд ли мы что-нибудь проверим. Так, это надо забрать. А то не мало ли, блядь, за четверята захотят, нахуй, блядь, выскочить. И сюда ни волки, ни собаки, никто сюда не может залезть. Так что им будет полнейший писец. Ничего не смогут сделать здесь, вот так. А зомбарей здесь нет, да? Ну, блядь, галима. Ну ладно, строим тогда дальше вазу пока что. Надо построить нам, так, булыжники из табы. Сейчас намечиваем, сейчас сделаем базу. Первый уровень мы делаем чисто. Он будет, блядь, ну ты просто, мать, сука, не могу. А он будет такой переходной, потом будет здесь вылазить будем, да, тут по этим всем шмалять, пулять. Потом это когда вот эта вся база чуть-чуть, это все шипы идут, мы еще потом на два прокопаем, и еще тут, чтобы... Потому что по большому сейчас они эти никуда, зомбари не денутся, да, ну... Лучше, чтобы они точно никуда не дели, и мне было легче вылазить. Так, ну что ж, погнали. Раз, два. Так, идем так. Вот так идем сразу. Сразу идем сюда. Три. Тут окон не будет у нас. Нам они не нужны здесь. Вообще. А слово вообще не нужны нам они здесь. Это у нас будет, как говорится, сохранная зона. Если вдруг у нас тут эти, знаете, как его... Блять, какие там эти... Самое противное, это ж, блин, вороны, не вороны, не знаю, кто они такие, блин. Птицы ты сраные, они, блин, меня раздражают. Они дамажат нормально, эти заражают всякой шнягой. Так, второй, пусть это второй и самый бесючий моб, нахрен, после волков и собак. Так, ну что, дальше здесь мы уже идем. Тут уже крыша у нас идет, так. Так, говорю, да, друзья, этот проект довольно-таки большой, да, как видите, мы 7, почти что 6 дней потратили. Ну ладно, мы день потратили на предыдущий проект, но тут я чисто 2 или даже все 3 дня я потратил, копая в это все. Но зато я знаю, что мне больше не надо.
будет этим заниматься. Я только буду укреплять базу и все. И вообще будет все супер, и вообще все будет идеально. Идеально, идеально. Еще одну фишку надо будет сделать. Сейчас мы это даже и займемся этим делом. Так что все-таки надо не забыть про стабильность базы, да? У нас это тоже довольно-таки важный аспект. Потому что у нас центр будет полый. Нам надо сделать некоторые вещицы там. Да ёб что? Да ёж ты, матрешки, ну что ж ты делаешь? Так. 8. Отлично. Центр. Не зря его здесь поставил. Сейчас нам нужен центр, чтобы грешным делом это нахуй все не рухнуло нам на голову. То-то мы сейчас еще сделаем вот такую тему. И сейчас пойдем заниматься другим делом. Так, нам надо сделать сразу. Так, нам надо сразу сделать лестницы. Не знаю, сколько надо там на. Не минуты простой. Так, единственное то, что галима, что у нас нет света, вот это плохо. У нас был фонарик где-то. Да, у нас фонарик есть, хорошо. Короче, погнали вниз. У нас тут получается. А вот только сейчас не помню, сколько у нас получается здесь, блин. Так, 3 и 5. 5 в глубину, да? Нам это сейчас не самое основное, нам сейчас основное вот здесь. Так, сейчас тут у нас получается. Так, это у нас. Ну да. Вот видите, у нас здесь переходка. Мы туда потом поставим еще блоки. Так. У нас получается здесь один, да? Ой. Хлопнул. Да ё-моё. Ладно, хер с ним. А, тут уже получается, да? Вот. Переходка. И вот на этом уровне у нас должно быть, как говорится, выставлены блоки. Ну, это, короче, получается у нас ориентир, да? Желательно эти блоки все укрепить, по крайней мере, хоть в камень. Не в камень, а, ну, в кирпич, не знаю, как он называется здесь. Итак, где у нас молоточек?
Отлично. Ну, короче, сейчас пока что больше нам ничего не надо здесь, потом мы покопаем здесь, сейчас это не важно. Нам сейчас займемся лучше базой. Так, это берем так. Лестница. Раз, два, три, четыре. И все, вылазим отсюда. Отлично. Супер. Супер, мега-дупер. Люк. Ставим люк, чтобы туда не провалиться грешным делом. Изготовить, убираем. Блок из плетни изготовить. Сразу опять же ставим. Кстати, ставим еще мы 4 двери. Нам нужно 4 двери. Я, конечно, был бы шикарно металлический поставить бы, ну да ладно. Это слишком жирно. У нас все вроде есть сталь, ну не нахер. Нам металл понадобится к другим вариантам, так что это не к спеху сейчас. Так, ну и булыжник делаем дальше. Так как нам надо довольно-таки много его. Так, крышечка. Сюда иди ко мне. Так, надо сейчас поставить его так нормально. Куда он открывается? Ага, понял. Вот так и надо ставить его. Супер. И вниз, наверх, если надо, что? Все это можно сделать. Отлично. Дальше. Дальше у нас двери. Дальше двери поставим. Конечно, это поначалу, потом сейчас сделаем более потом нормальные двери. Раз. Два. Три. И четыре. Ну и укрепляем. Насколько возможно пока что. Потому что железо я все поставил плавиться. Так нам нужно очень много железа. Окей, дальше. Дальше будет такая фишка интересная. Мы пробиваем здесь. Вот так. Красава. Бьем здесь. Окей, супер. Замечательно. Следующий очень такой интересный момент. Есть такой интересный чит по поводу этого всего плана. Сейчас, подождите, сейчас, друзья, надо. Нам надо сделать. Давайте сделаем 4-6 на всякий случай. Нам и надо несколько лестниц. Там, кажется, до 12, походу, хватит. И фишка в том, мы будем сейчас химичить. Делаем следующее. Под прямым углом. Вот так. Берем лестницу. Сейчас заметите, о чем мы тут делаем. Копируем и смотрите. Ставим сюда. Раз, два, три, четыре. Все. Но это в каждый раз надо делать по-новому, да, потому что и это очень легко ориентироваться, когда делаешь с деревянных, да, не делать никаких других металлических таких очень тяжело так ориентироваться. Так, берем деревянное, так опять ставим под угол, под прямым углом. Всегда ставим в ту сторону, как будет открываться дверца, да? Вот. Потому что он будет тогда показываем в правильном направлении лестницу ставить, да? Например, когда будет копировать с этого. Видите? Ой, ой, не то скопировал, для вот это надо копировать. Вот так. И то, видите, не то. Я не в ту сторону повернул. Опять же, блин, дубина. Это нам сюда надо, вот в этот. Раз. А, что так лестницы не хватило, да? А, вот они. И просто копируем отсюда.
Здесь же опять нам надо ставить люк. Под прямым углом. Даешь, смотрешь. Ну, нам может быть пригодится. Подожди. Ну, навряд ли нам сможем его скопировать. Нам кажется, он не подойдет. Да, он скопировался, как и предыдущий. Поставился, блин. А, блин. Облом. Да, видите, как он поставился, как этот. Нам надо наоборот, чтобы дверца открывалась в эту сторону. Вот так. И сейчас ставим лестницу. Копируем. Вот. Раз. Два. Три. Чтобы эта лестница загораживала, да, и у нас будет выход с четырех сторон. Вообще шикарно. Так, ну и еще осталось последнее. Вот так. Копируем. И ставим. Раз, два. Еще две лестницы надо, да? Копируем. Раз, два. Отлично. Ну все. Сейчас идем наверх. Закрываем. Так, надо еще сделать сколько люков? 4, 3 люка. И смотрите, как мы там хлыбы спокойненько залетаем. Вот сюда. Нет такого зомбаря, чтобы так продемонстрировать, как это все шикарно выглядит. Так. Простой. Так, надо как сделать так, чтобы нам он не мешал. Это надо. Так, подожди. Нет, лучше, наверное. Вот так. Да. А здесь наоборот. Да, перевернул опять немного. Да простой, тебе же надо поставить. Алло, что ты мне? Вот. Вот. И улучшаем. Потом металл, конечно, добавим. Потом совсем другие сделаем фишки. Отлично. Зацелишь, что зомбаря ни одного нет, да? Блин, обломно. И тут еще. Итак, дальше что нам надо сделать? Ой-ой-ой. Нам надо. Да, что ж ты будешь делать? Вот, видите, как получается. Это вам уже трудно сдержаться. Ну, ты пишешь, мне трудно сдержаться. Зомбярям два раза труднее это все сделать. Так, короче, это легче было сверху делать. Вверх легче было сверху делать, блин. Здесь у нас там будет у нас крафт. Бетономешалки, все остальное. Этот видосик делал. Сейчас у нас, блин, очень поздно. У меня это, короче, блин, 3 часа ночи. Я видосик делаю, друзья. Ради все ради вас. Ну, конечно, по своей глупости, потому что не записался у меня в правильном формате, блин. Обломно, конечно. Ну что ж поделать. На ошибках люди учатся. Так, отлично. Ну, сейчас точно пойдем на второй этаж. Закрываем дверцы. Ну и ставим второй ряд. Ну. Ах ты жопа.
Так, спокойно, бля, не навернуться бы. Отлично, супер. Получается, у нас сейчас у нас еще останется второй этаж, на котором мы остановимся сегодня. Иначе это видео будет вообще писец. Очень длинным. Так, сколько у нас уже получается? Где-то около 35 минут идет запись. Ах ты, мать моя женщина. Ну, по большому счету, у нас уже все, физическая работа закончилась. Трудная физическая работа. Осталось только пару штрихов доделать, но там энергии не будет так много уходить. Всю объемную работу мы сделали за 3 дня. Смотри, даже сможем прожить следующую волну здесь, в этой базе. А та чисто будет такая, знаешь, забайтим их туда, их и все. Дальше. Надо укрепить нам основу. Так, подожди, а это я тут основу укрепил? Подожди, проверим. Да, укрепил здесь основу. Это стержень. Это у нас в первую очередь надо сделать его улучшать. Так, получается, смотри. У нас центр здесь, да. Центр здесь, отлично. Здесь получается, да? Подожди, блин, проверим. Ну, ради так, чтоб точно был. Да, центр здесь. И делаем мы вас. Какую высоту мы сделаем? Вообще 4. Так. Раз, два, три. 4. Раз, два, три. 4, 5, 5. Блин. Блинский. Жофа-жофашная. Ну да ладно. А у нас же есть блоки, да? Высоко получается, нормально? Да, нормально, больше не надо. Сначала делаем как паук, это как несущая конструкция будет у нас. А серьезно? Ах ты серьезно, жопа. Ладно, черт с ним. Отлично. 7. А почему булыжники не делаются? А, я же булыжники не сделал. Это плохо. Нельзя, чтобы стояло, чтобы вообще процесс стоял. Так, ладно, сейчас мы сможем парочку сделать еще. Сейчас десяточку сделаем. Изготовить, закрыть булыжники, изготовить. Но этого у нас вполне должно хватить. То, что мы надыбали в шахте, пока ночь про сидели там.
Так, еще одна. Супер. Ну где какой зомби, ну? Зомбарик, иди сюда ко мне. Зомби. Что такое, знаешь, смелый вообще, блядь, первый день уже можешь въебываться. Потому что, да, довольно много я работ, скажу, сделал. И тебе смотри, сколько места хватает для крафта, но здесь просто... Я говорю, то, что это база до окончания тебе, короче, хватит. Если ты, ну, например, пойдешь так же сам делать, или пойдете, не знаю. Потому что, ну, я считаю, что это самый оптимальный вариант, чтобы там, блядь, не делать какие-то космические вообще ненужные сооружения. 50 тысяч мясорубок. Нету смысла. Нету смысла. Ты просто больше тратишь ресурсов на ремонт. Чисто надо использовать физику игры, пока она тебе дает такую возможность. Во свое благо. Я вообще хотел сделать сначала левитирующую пластину. То бишь, это вот, вот, например, эта коробочка. Мне даже больше не надо было. Она бы висела бы, и зомби падали вниз, и я их там бы отстрелял. Ну, смысл в том, что было бы, они толпились бы вместе, знаешь, в кучу, и взрывники, там все остальное, они бы взрывались, нахуй, и смысла нет этого. А здесь они, например, не найдут вот точку, они будут прыгать здесь, там, ой, пойду сюда, пойду попрыгаю здесь, попрыгаю тут, и они куда будут прыгать, прыгают и никуда не допрыгнут. А мы по это время будем сверху по ним валить. От птиц у нас есть тоже в дальнейшем план, как от себя обезопасить. Это вообще не проблема. И так же само с ментов. Они у нас тоже не будут... Но это главное, чтобы металл был. Это надо металл сначала. Не сталь, а именно металлические плиты надо бы ставить. Вот как вот, вот мы сделаем. Вот взвешивать вниз на одну... На один кубик. То бишь на два кубика вниз. И все. Потому что менты плюются только тогда, когда они тебя видят. Сдалека уже, например, они останавливаются, и тогда начинают харкать в тебя. Такой же зеленой желчью. Так же самое и птицы. Они тебя вроде бы и видят, но в то же самое время они тебя и не видят. Короче, там получается очень такая интересная фигня. Так и говорил, то, что надо использовать физику во благо. Блин, опять закончились блоки. Ладно, ждем. У нас тут пока что крафтится все. И вот, потом, я думаю, сюда мы поставим хим-столы, лабораторию, всякую там ящички. В этой стороне мы поставим, наверное, пару бетономешалок. Может быть, ну, две будет, хватит. Какие-то раз, два, три, где-то 5-6 печек. Ну и все, по большому счету. Можно еще фрезу поставить, ну или что такое. Ну, всякое можно. Блин, даже можно, блин, диван поставить где-то посерединке. Вот. Потом это мы, конечно, улучшим. В первую очередь мы будем укреплять нижнюю часть. Также сам будем укреплять всю нижнюю часть в этом плане. Вот здесь, в первую очередь, булыжники у нас будут работать нон-стопом. Вот, так что это такие вот планы. Ну, сейчас, я думаю, вот сделаем паучок этот. Все эти соединим углы. Ну, и тогда уже будем, наверное, завязывать на сегодняшний день. Но это как еще займет парочку, несколько десяток минут, скорее всего. Потому что, ну, у нас тут дефицит булыжника. Я как-то прозевал, пока я там гулял, что-то там шлялся, что-то там копал. Так. Я не знаю, друзья, если есть какие-то у вас советы, может быть, со мной не согласны, да, пожалуйста, оставляйте комментики, подскажите, как вы считаете, был бы более оптимальный вариант, да, потому что я считаю, смотрите, мы потратили сейчас 7 дней, ладно, окей, я там чуть почетерил, молись, да, я использовал не 100, на 60 минут, как идет, да, там у нас по официалке, а я использовал 120, да, минут. То бишь, на час дольше, да. Ну, я считаю, это не чит, это каждый может это сделать. Это тебя игра позволяет это сделать. Так что еще осталось, еще здесь остался, еще здесь. Да, еще 20-ка нам хватит. А потом еще, конечно, мы закроем всю крышу. Будет опять же выход на крышу, но вот мы уже выход уже сделаем где-то здесь. Не будем уже по бокам, сделаем один выход, может даже какую-нибудь лестницу сделаем, ну не знаю, посмотрим, как получится. Но это будет чисто жилое помещение, там чисто никакого смысла ее не будет, там просто чисто визуально. А так мы можем коптер туда посадить нахрен наверх, довольно-таки большая площадка. Или там огород посадить можно будет, вообще без проблем. Ну, скорее всего, огород я тоже посажу там наверху, чтобы он там был у меня.
Не знаю, хватит, не хватит, навряд ли. Хватит нам. Ну ничего, пока они будут, мы будем ставить. Увидим, сколько нам еще точно надо. Так. Отлично. Ну и еще у нас остался. Ну это полностью, конечно, не полностью будет забито, потому что нам еще верх полностью застроить еще. Вот. Ну и осталось нам сколько? 6 кубиков. Давай, пойдем за все сделаем. Блин, я опять булыжник поставил делаться. За раз, два, три, четыре штучки. Надо 4, 16. 16 булыжника. Такс. Давай, 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 дорогуша, дорогуша, давай, 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 давай. Отлично, отлично, отлично. Все. Завязывай. Это пусть будет у нас. Блять, ну что я сделал? Мне надо сделать блоки, блин. Вот тупица. Тупица. Так, ладно. Раз, два, три. Ну тут еще можно что-то протянуть. Да, все сделали, да? Все, 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 да, все, отлично. Ну, какая без разницы, где ты поставишь. Вот. Так что, друзья, вот такая будка у нас получилась. Это же не будка, это уже, блядь, нормальная буденция. Вот, такие вот дела. Вот, друзья. Так, давайте посмотрим сбоку. Вот, залезем туда, блин, слезем вниз. Ай, спокойно. Ох ты, посмотрите на него. Мы что-то здесь забыли сделать. Это я, скорее, забыл сделать, а не вы, конечно. Как же так? Как же так, Владимир? Как вы так посмели? Маленькую писюнь туда засунуть забыли. Ай-яй-яй-яй. Все, да, все, сейчас нам ну вот еще один, ну как так? Как это так? Я пропустил их, я не понял. Как же так? Нехорошо. Значит, тут тоже не будет. Ну, фу. Отлично. А здесь все, все есть, да? Отлично. Супер. Жаль, что зомбары нет никого. Нет ни одного зомби, блядь. Когда надо, их нету никого. Когда не надо, они тут брут, блядь, как не знаю кто. Как бешеные. Да, нет, тут не вариант перебежать. Потом мы сделаем здесь навесной мост. Ну вот такая вот, смотрите, друзья, хибарка получается, да? Я считаю, что довольно-таки неплохая будка. Зомбаря нету где-то? Зомбаря нету ни одного, блядь, сука, нету ни одного зомбаря. Печально. Так, это надо собрать. Тут косточки есть. Но ни одного не вижу. Ни одного зомби нету. Ну да ладно, чё с ним? Без обойдемся без них. Так, ладно, хорошо, побежали. Может быть, я все-таки один заблудал. Заплутал, нет, никого. Но нет никого. Ну вот, такой вот. Такая вот базочка у нас получилась. Так, закроем эту дверь. Вот отсюда выйдем. Это можно закрыть, закрыть. Вот, ладно. Пойдем там. Там круче. Тут безопаснее, по крайней мере. На второй этаж сбегаем и все. Так, вот видите, как быстро побежал. Открыл. Отлично. Ножик в руках, блин, как прям цесно. Вот. Такие дела, друзья. Так что, друзья,
Если понравилось видео, конечно, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик, нажмите колокольчик, чтобы получить оповещение о приходе новых видео. Если есть какие-то комментарии, обязательно оставляйте под видосиком. Прочитаем, посмотрим и, конечно, поблагодарим вас за вашу, как говорится, за вашу обратную связь. Потому что ну, для меня это сейчас важно, так мы начинаем развиваться только. Каждая ваша подсказочка или каждое ваше пожелание, это, как говорится, на вес золота для нас. Так что большое вам спасибо за ваше внимание, друзья. На этом мы сегодня заканчиваем. Всего доброго. Пока-пока.